Всем привет! С вами Камиля Харисова, и это «Универ Ньюс» с последними новостями из жизни университета. Сегодня ты увидишь. 10-й форум директоров институтов и классов Конфуция начал свою работу. В чьих руках власть? Молодые юристы предложили новые корректировки в законодательство. Где начинается гармония? Тибетский лама 21 века встретился со студентами. 27 мая в КРК «Пирамида» собрались самые лучшие знатоки школьных предметов со всего Татарстана. 115 школьников, показавших высшие результаты в предметных олимпиадах, получили свои заслуженные награды из рук ректора КФУ и других глав ведущих вузов региона, а также представители республиканских органов власти. Подробности далее. Ежегодная церемония награждения победителей всероссийских олимпиад по традиции оказалась красочным шоу. Поздравляя победителей, ректор КФУ отметил, что такое разнообразие талантов можно смело называть залогом успешного будущего всей страны. С одного только IT-лицея КФУ было представлено 9 ребят, а с лицея имени Лобачевского целых 12. Организаторы и участники мероприятия напутствовали выпускников успешно сдать единый государственный экзамен, чтобы окончательно закрепить победный результат. Аделя Шамилова, Универ Ньюс. Казанский федеральный объединил ведущих преподавателей китайского языка и культуры, работающих в России. Насколько особый вклад внес КФУ в развитие межгосударственного взаимодействия и выстраивание моста между странами, расскажет Аделя Шамилова. Не случайно почетные гости, посещающие Россию, неизменно приезжают в Казанский федеральный университет. На этот раз директора и преподаватели китайского языка и культуры собрались в стенах КФУ на 10-м форуме директоров институтов и классов Конфуция. Будут обсуждать, что мешает дальше развиваться, какие предложения будут для улучшения нашего взаимосотрудничества. Вот о таких вещах будем говорить. Собравшиеся на форуме единогласно согласились с тезисом, декламирующим успешность проекта «Институт Конфуция», работающего на площадке Казанского университета. Впрочем, высокий уровень проекта отмечен и по всей России. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров особо отметил высокий уровень включенности университета в межгосударственный диалог. Ну, как вы, наверное, знаете, востоковедение в России берет свои истоки именно Казанского университета. В начале еще 19 века, когда в стенах университета впервые в России была создана школа востоковедения. Также ректор отметил, что российско-китайские отношения развиваются стабильно и успешно. Россия и Китай продолжают взаимодействовать в сфере образования и культуры. Студенты активно принимают участие в программах обмена, наблюдается численный рост студентов и аспирантов из Китайской Народной Республики. Но показателем улучшения и роста наших отношений является не только рост товарооборота, но и то, что увеличивается академическая мобильность студентов, преподавателей. Вот на данный момент в Казанском университете обучается около 600 китайских граждан, а китайский язык изучает около 1000 человек. На форуме объявили, что уже в скором времени может быть создана целая сеть центров русского языка в Китае, а также расширены возможности институтов Конфуция в России. Все вышесказанное в совокупности позволяет убедиться в силе уникального переплетения культур, взаимовыгодных экономических проектов, интереса к изучению культуры представителями стран и по-настоящему дружеских отношений, как на межгосударственном уровне, так и среди студентов и преподавателей университета. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Что первое приходит вам на ум при слове «Китай»? Китайская стена или горы Тибета? В Казанском федеральном университете прошел 6-й всероссийский студенческий конкурс по китайскому языку. Китайский язык – это мост. О всех подробностях расскажет Аурелия Сташкова. 26 мая в Большом зале Уникса прошел всероссийский студенческий конкурс на знание китайского языка. Китайский язык – это мост. Китай – это страна контрастов, страна с огромной историей и разнообразной культурой. И у пришедших гостей была возможность познакомиться с ней поближе, не уезжая при этом за границу. В этом году участниками конкурса стали студенты-китаисты со всей России. КФУ представил 5 студентов Института международных отношений. Директор Высшей школы международных отношений и востоковедения
рассказала о подробностях мероприятия. Достаточно хорошая возможность представить Казанский федеральный университет на фоне университета. И, конечно, сейчас Высшая школа международных отношений и востоковедения есть такая тенденция. Мы стараемся проводить все всероссийские знаковые олимпиады и конкурсы по восточным языкам в стенах нашего родного университета. Это, конечно же, в первую очередь помогает поднять уровень самого знания языка нашими студентами, держит, так скажем, в тонусе нас, развивая добрую такую конкуренцию. Ну и, конечно, служит хорошей возможностью для популяризации института и университета в целом. Конкурс дал возможность лучше студентам страны продемонстрировать уровень владения китайским языком, знания в области культуры, истории, искусства, музыки, литературы Китая, способствует обмену опытом и стимулирует интерес к изучению языка, позволяя глубже проникнуться духом китайского языка и культуры. Аурелия Сташкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Молодые юристы Казанского университета настоятельно предлагают внести значимые изменения в Уголовный, Семейный и Гражданский кодексы Российской Федерации. Все подробности возможных корректировок вы узнаете прямо сейчас. Я говорил о комплексном подходе. В Казанском федеральном завершился конкурс закона творческих инициатив «Молодежи парламент-2030». В этом году конкурс был поддержан депутатами Государственной Думы Российской Федерации, Государственного Совета Республики Татарстан, Молодежным парламентом при Государственной Думе Российской Федерации. Все это проходит в рамках деловой игры, когда каждый из присутствующих молодых ребят может почувствовать себя на месте или депутата Государственной Думы, или члена Совета Федерации, или аппарата президента. И действительно, каждый год разворачиваются серьезные баталии в обсуждении каждого законопроекта. Победителями конкурса стали студенты юридического факультета КФУ Сабит Сафин и Щучкин Никита, а также студентка Института экономики управления финансов КФУ Регина Ахмадулина. Я очень рада, что я победила в данном конкурсе. Участвовать в нем было действительно интересно. Также данный конкурс поддерживается такими авторитетными людьми нашей республики. Адель Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. КФУ посетил настоящий тибетский лама 21 века. Какими знаниями он поделился со студентами, узнаешь в нашем сюжете. Ламу Йонтен Гьялса уже не в первый раз приглашают в Казанский федеральный университет. У студентов Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия ИМАИ в КФУ появилась уникальная возможность увидеть и послушать настоящего ламу 21 века, узнать о культуре и символике буддизма. И довольно символично, что такое мероприятие проходило в стенах этнографического музея КФУ. В этом музее хранится замечательное собрание буддийских редкостей, буддийских раритетов. Можно встретить настоящие статуи ламы, фигурки, иконы буддийские, но везде описывается, что наряду с этими предметами можно встретить настоящего буддийского ламу, который здесь совершает богослужение и который рассказывает. То есть это сведения 19 века. Лама Йонтен Гьялса, в свою очередь, поделился мыслями о тибетской культуре, мыслями о том, какой вклад может внести тибетская культура в общемировое пространство. Очень интересно, что в России есть большой интерес к науке об уме, чем к такой традиционной религии. Буддизм – это не только какая-то определенная религия, это опыт, медитация, философия. То есть, соответственно, большинство людей делает запрос на изучение медитации и какого-то конкретного философского опыта, который осмыслил буддизм в России. Основная тема 21 века – как гармонизировать наше общее мировое пространство, используя различные методы, потому что сейчас меньше веры, меньше религиозного восприятия. О буддийских экспонатах подробно рассказал лама. Он объяснил слушателям, для чего они используются в практике тибетских монастырях и тибетской культуре. Помимо этого, студенты узнали о 5 внутренних и внешних элементах, из которых состоит внутренняя и внешняя вселенная. Лама также рассказал об определенных символах, как они могут гармонизировать в пространстве и в нашем уме. Вот, например, буддийский колокольчик. Вместе ваджра и колокольчик представляют неразделенный союз метода и мудрости. В паре они становятся символом целостности всех качеств, присущих пробуждению. Состоянию, которое свободно от двойственности и разделения. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюз. С вами были Универньюз. Не забывайте следить за нами в наших социальных сетях. Пока!